Вот так выглядит снюс. Это один из видов жевательного табака. Еще в молодежной среде популярны никотиновые конфеты и жвачки. Об опасности их употребления говорили сегодня на специальной лекции, которую провели для студентов профтехникума. В зале собралось более 300 человек. Специалисты рассказали, в России уже зафиксированы случаи летального исхода от употребления снюсов. Ведь в одном таком пакетике столько же никотина, сколько в 3 пачках сигарет. Это опасная доза даже для взрослого человека. Снюсы были доступны, даже существуют конфеты никотиновые, и легко было достать, употребить, не было запаха, то есть никаких последствий внешних это не имело, да, но действительно вызывало наркотическое привыкание с выраженными такими проявлениями, как возбуждение, какая-то веселость повышенная. Снюсы могут стать первым шагом к употреблению более серьезных наркотиков, предостерегают студентов эксперты. К сожалению, да, и я видела ребят, которых эта проблема не обошла, которые, так сказать, поигрались. Но, к счастью, мы вовремя пресекли эти случаи, и на данный момент вот я не видела у нас студентов, которые могут такое употреблять. Полицейские рассказали и об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконными веществами. Крупные штрафы теперь грозят и тем, кто предлагает попробовать снюс своим друзьям по школе. Закон в регионе вступил в силу с 1 января. Он же запрещает продавать подросткам снюсы и никотиновые конфеты, а также электронные сигареты и вейпы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.